За ликвидацию несанкционированного размещения отходов 4 и 5 классов опасности физлицы и предприятия, собственники земли, будут платить по дополнительному тарифу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Благоустройство города Севастополь». С учетом новой ставки по НДС за ручную сборку собственникам земельных участков придется платить 1842 рубля 46 копеек за кубометр. За смешанную сборку с двумя единицами техники 837 рублей 23 копейки за кубический метр. Эта же ставка действует для бюджетных учреждений и муниципальных образований, если стихийную свалку обнаружат на принадлежащем им земельном участке. В свою очередь, за смешанную сборку с тремя единицами техники организаторы несанкционированного размещения мусора заплатят 985 рублей 73 копейки за кубометр. Напомним, с 1 января 2019 года в Севастополе утвержден новый тариф на услугу по обращению и вывозу мусора, который составил 377 рублей 5 копеек за 1 кубометр ТКО с учетом НДС в 20%. Ранее директор Севастопольского регионального оператора по обращению с отходами Юрий Давыдов заявлял, что в регионе действует один из низких в стране тарифов на вывоз мусора по сравнению с другими субъектами Федерации. С января 2018 года тариф составлял 426 рублей за кубический метр.